Еще одна закладка, на этот раз субмарины, состоялась сегодня на Севмаше. Такой подарок сделали себе корабелы к 73-му дню рождения предприятия. Подводную лодку проекта 098-52 направят на решение особенных задач. На эту церемонию закладки журналистов сегодня не пустили. Против было Министерство обороны. Почетное право установить закладную доску на мероприятии было предоставлено главкому ВМФ и генеральному директору Севмаша. Подводная лодка будет создана для проведения разноплановых научных исследований в удаленных районах Мирового океана и участия в поисково-спасательных операциях. Кроме того, субмарина должна обеспечивать установку подводных средств оборудования и их инспекцию, а также мониторинг подводных транспортных магистралей. АПЛ проекта 098-52 станет носителем спасательных, глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.